Федеральный государственный бюджет на образовательное учреждение высшего образования Северо-Западный государственный медицинский университет имени Мечникова, Министерство здравоохранения Российской Федерации, кафедра лучевой диагностики. Консультативное заключение по МРТ пациента в возрасте 36 лет, выполненного 22.05.2019. При МРТ головного мозга в аксиальной и сагитальной проекциях получено изображение структур мозга по Т1 и Т2, V+, DVI, FLAIR, MRA. Выявляются диффузные поля перивентрикулярной лейкомаляции с кистозными изменениями, симметричные подкорковые зоны глиоза в лобных долях, изменения в мозолистом теле по типу диффузного аксонального поражения, желудочковая система сформирована симметрично, умеренная гидроцефалия, субарахноидальные ликворные пространства по конвекситальной поверхности больших полушарий немного расширены, цистерны основания мозга прослеживаются отчетливо, не деформированные, срединные структуры не смещены, гипофиз обычных размеров и структуры, патология мозгово-мозжечковых углов не выявлена, стволовые структуры не изменены, патология орбит не определяется. Ствол мозга, хиазмально-силярной области, структура задней черепной ямки без МР-признаков патологических изменений. Миндальная мозжечка расположена на уровне большого затылочного отверстия. В проекции мозгово-мозжечкового угла корешки 8 пар черепно-мозговых нервов прослеживаются отчетливо с обеих сторон, симметричны, не утолщены. Заключение. Последствия нарушения мозгового кровообращения по типу диффузной гипоксии. Завкафедры профессор Холин А.В.